Всем привет, с вами снова Женёк, и сегодня мы продолжим проходить игру Sheepdog & Wolf. В предыдущей серии мы прошли с вами три уровня. И, по-моему, сколько у нас овец-то осталось? Да, 11 овец у нас осталось. И сейчас у нас на очереди шестой уровень, по-моему. Сейчас проверим. Полностью пройден. Да, и опять зима нас ждет. Припоминаю этот уровень. Будет весело, могу сказать сразу. Так, ладно. Сразу видим почту. Так, по-моему... Нам же, по-моему, туда сразу не надо. Там он еще одна почта просто есть, я заметил. Так, что-то он... Нет, он не допрыгивает. Ну-ка, оттуда он должен, по-моему, допрыгнуть. Вроде бы там расстояние поменьше, может, мне кажется. Нет, допрыгнул. Ага. Ладно. Сейчас интересно, комок вроде больше стал. Ну, заметно. Да, отлично. Так, взяли мы набор. Набор чего? А, все, да. Мы на этом уровне будем переодеваться в овцу. Так. А, и здесь минное поле. То бишь, нам понадобится миноискатель. Да, блядь. Так, там чё? Значит, выход у нас один, точнее вход. Так. Да. Примерно так работает. Бляха-муха. Миноискатель. Ой. Что-то пошло не так. Ай-яй-яй. Блин. А как же смотреть-то? Я что-то и... Что-то я... Может быть, путаю. А, да, все отлично. Вспомнил. Так, мина. Так, так.
Погоди. Что я подзабыл маленько, кажись. У нас обратно нужна мина, видимо. Блин. Нам надо взорвать эту стенку. Она вроде выглядит хрупко. Сейчас попробуем. Отлично. Теперь нам понадобится еще одна мина. Ну, не таким способом, конечно. Давай, блин. Так. Итак, отлично. Нет, не отлично, на самом деле, потому что нам тут придется проделать все заново еще. Поставил, теперь как бы самому не встрять. Блин. Так. А, камера. Камера. Не балуйся. Блин, да не... Так, а... Так, нам надо выждать момент. Выждал. Там еще мина появилась. Та же. Сейчас взорвется она. Почему вот эта мина не взорвалась, мне интересно. И бонус наш. Надо потом в зале будет посмотреть, что за эти очки дают. Потому что я, честно говоря, уже не помню. Нам понадобится еще раз мина. Еще одна. Еще раз. А, вон там еще мина появилась же. Давай. Так. Что у нас? Тут у нас лабиринт. Так, там не получится. Пока 4 комбинации, в принципе, можно еще запомнить. По-моему, дальше будет жестче. Там до 8 может доходить. Если не ошибаюсь, я, опять же. Воу! Продвигаемся. Так, а больше тут ничего нет. Тут ничего.
Понятно. Просто так мы туда не пройдем. Там. Блин. Да. Заболтался и упустил. Да нет, ну блин. Господи. Замечательно. Отлично. Так. Так. Значит, погоди, а как нам туда пропихнуть? Так, давайте-ка пока мы взорвем просто. И туда затолкаем. Да блин. Нормально. А вот все отлично. Фух, тихо. Да ее. Так, нам только надо, чтобы она взорвалась, по-моему, больше. Мы же так можем перепрыгнуть, да, по-моему? Да. Теперь на кнопку надо откатить. О, господи, как это все муторно. Давай. Воу! А, как хорошо, я про мину забыл, хорошо, блин, то, что я не влетел-то в нее. Да. Блять! Господи. Сейчас бы просто-напросто пришлось опять всю, весь этот лабиринт заново проходить. Так, мы вышли. Теперь у нас есть миноискатель. Но это не такие мины, которые были. А беспалевные, то бишь. Ага. Не-не-не, туда-туда. Господи, какие манипуляции приходится делать. Вон. Да, не все так просто, как хотелось бы. Здравствуй, Сэм. И теперь цензура. Отлично. А! Стой, блядь!
А, точно, что он, блядь, принимает нас за свою овцу. Мы здесь можем пастись. Ну, погнали со мной, подруга. Тихо, тихо, блин, заметил, ёптанте. Ой, так надеюсь, это будет недолго. Тихо-тихо-то поверни, что я. Тихо. Стой, блядь, замри. Сейчас уведем ее, блядь. Все, да, зеленая? Отлично. Вот ты, блядь, и попалась. Так, ну вы скажете, как мы пройдем. У нас либо овца может быть в руках, либо миноискатель. Но здесь все хитро. Здесь есть следы. Они не исчезают. Аккуратненько только. Эть. Да, хитро придумано. Ой, блядь! Господи, я же... Блядь, ну не... А, я ж дернулся. Перетрясло всего, блядь. Ладно. Господи. Да. Было стрёмно. Тихо. Точнее, внезапно. Погнали. Блядь, ты слышишь? Отвали от меня, блядь. Сука. Заколебал ты, слышишь меня в стадо заносить к себе, блядь. Да. Стой, стой, стой. Ещё. Погнали со мной. Тихо, тихо. Тихо. У меня кое-что есть для тебя. Стопы. Так. А, блядь, 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 блядь. Козлина. Да ты сильный, сильный, блядь. Все, 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 понял. Успокойся только, блядь, угомонись. Попроще как-то. Беспалевно. Так. Слышь, бля, козлина.
давать, давай. Отлично. Отлично. Так, а теперь будем... Да ладно, иди нахер. Теперь будем не ложануться. Аккуратненько. О, тихо. Прямо. Тихо. Великолепно. Так. Блин. Погоди. Посиди пока тут. Мне нужно разведать обстановку. Сюда нахер. Погнал. Давай. Неудачно. Так. Тут забирай. Бля, не-не-не-не. Забираю. Она еще нам пригодится. А, я не запрыгну, да, здесь? А, здесь скользко. Ну, понятно. Так, а как же я там пройду? Вообще, реально пройти-то? Так, мы сейчас туда еще сбегаем. Сбегаем. Блять! Ну да, я так и думал, в принципе. Камера. Не балуйся. То, что слишком тоненько и скользко. Давай сюда. Тащи, тащи. Да блин, да что с камерой? Взяли? Нет, да? Я просто как-то посмотрел, и я не очень уверен, то, что я запрыгну там. Так мне не надо запрыгивать же, ёптать. Господи. Давай! Отлично. Сюда, подруга. Так, а тут как? Блин. Так, а, погоди-ка. Так. Ну слышь, блин.
О! Ты думал, все, вставай на кнопку. Не-не-не-не, не на эту. Так, что тут у нас? Пока сюда тебя положим. Ага. А тут? А тут так, да? Да погоди ты. Так, я еще приду. Что у нас тут надо? Так, сюда. О, успел. Отлично. Прости, а как я туда попаду? Так, ну это открылось, я понял. А, во! Замечательно. Да, нелегкий уровень, но тем временем прикольный. Так, давайте посмотрим, что можно получить. Еще одна... Ну что, 10 овец осталось, да? 10 овец, это хорошо, давай, что там? У тебя есть 6 очков. Картинка, бонус, 3 картинка. Вау. Хочешь купить? Нет. Доступ к тайному уровню. Доступ к тайному уровню осень. Так, ладно. Хорошо, потом. Мы это все глянем. Сохраняемся. Ну и на этом все. Не так долго была эта серия. Почти полчаса, по-моему, прошло. Так, ладно, всем спасибо за просмотр. С вами был Женек. Всего доброго, до встречи.